На мероприятии присутствовали руководители строительных организаций и заслуженные работники. Подводили итоги и принимали поздравления от заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Курова Юрия Владимировича. Заслуженные мастера и руководители предприятий, я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником Днем строителя. В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за добросовестное отношение к своему делу и от всей души пожелать вашим организациям перспективных проектов и надежных партнеров. Пусть все, что построено вами, будет предметом гордости и не только наших современников, но и будущих поколений кумертауцев. С праздником вас! Прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились руками строителей. Роль людей этой профессии стала особой ко второй половине 20 века. Общество начало понимать, какую большую роль принимают строители. И 12 августа 1956 года начали ежегодно праздновать этот праздник. Машинисты, инженеры, специалисты производства и просто рабочие получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Аплодисменты, друзья! Строительство сегодня находится на новом уровне по качеству применяемых технологий. На сегодняшний день самой крупной строительной компанией в городе, наверное, можно назвать ООО «Акрополь». Со словами благодарности, поздравлениями и о ходе строительных работ выступил директор ООО «Акрополь» Гайсин Хайдар Миншарифович. В сегодняшнее время мы ведем строительство Ледового дворца, которое должны завершить в будущем году. Обещают, что финансирование будет продолжаться в этом году и переходить на будущий год. Также мы строим жилье. Сегодня завершаем объемы строительства жилья по переселению из ветхого жилья аварийного населения нашего города. Ну и сегодня мы приступили к строительству 9-этажного 7-подъездного дома по улице Советско-Комсомольской. И, соответственно, там будет строительство вестись года 2-3 и будет завершаться целым кругом квартала, завершение квартала, потому что замыкаться будет вторым домом, который будет 6-подъездный. И будет он высокий, 9-этажный, красивый. Поздравляю всех этим прекрасным праздником профессиональным. Этот праздник для нас, конечно, важный очень, как Новый год и день рождения. От всей души поздравляю праздник с праздником. Всем крепкого здоровья. Для почетных гостей был организован праздничный концерт. В конце праздничного мероприятия по традиции было предложено сделать памятные фотографии. После чего с хорошим настроением гости ушли отмечать профессиональный праздник в кругу своей семьи.